Сезон капремонта. На этот год были запланированы 658 видов работ. Из них 456 – строительно-монтажные. Самые популярные – замена крыш, утепление стен и обновление фасадов. 400 проектов уже завершены, остальные находятся в высокой степени готовности. Например, ремонт дома номер 6 на Мурманском проезде стоимостью 24 миллиона рублей затянула пандемия. Идет система утепления фасада, также будет отремонтирован цоколь, отмостка, входные группы, заменены окна общего пользования в подъездах, внесены такие изменения, как будут вещи не шпаклеваться, а штукатуриться, потому что это более долговечно. Логистика была нарушена, значит, были перебои с поставками утеплителя. Сейчас все выровняли, я думаю, неделя-две, и мы работы все будут завершены.